Привет, Стримаши. Ролик о китайских швабрах. Здесь вот такой поролон, губка находится. Он зажимается между роликами и как бы отжимается. Но на самом деле пластмасса очень тонкая. Видите? Мало того, что она тонкая, она хрупкая. То есть оно практически сразу ломается. В течение недели, первого месяца обязательно все это разлетается. Это самая основная деталь. Она сделана специально, хрупкая. И при цене раньше стоила 100 рублей, сейчас 300 там, рублей стоят такие швабры. То каждую неделю покупать это, конечно, мега дорого. И изначально это сделано, чтобы ты без конца покупал, и у тебя все постоянно ломалось.